Сегодня в Анапе из-за плановых ремонтных работ без света осталось 35% горожан, потребителей электроэнергии. На линии высокого напряжения 35 кВт проводились профилактические работы, из-за чего в 10 утра была прекращена подача электроэнергии в дома, запитанным от этой линии. Эту работу могут выполнять только специалисты из Новороссийска. Вот они и работают на этом деле. Поэтому еще раз извините, но это нужно для того, чтобы мы как можно меньше были обесточены в период зимы, для того, чтобы все наши жители были с электроэнергией. Без света частично остался город и несколько населенных пунктов Анапы. Электроснабжение восстановили к 16 часам.